Арина, не мешай работать. Не было никакого звука оповещения, правильно понимаю? Звукового оповещения не было. Сейчас речь идет о каком звуковом оповещении? О том, что эвакуация проводится. Не было никакого звукового оповещения. Почему? Потому что изначально спецслужбы решили, что это фейк. По большому счету он такой, как я просто поставил. Но тем не менее, все равно было принято решение, приехали спецслужбы и предложили всем организоваться, все лучше. После того, как здание проверили, все дали добро на вход. А вообще такая система работает? Есть она? Работает. То есть такая система существует и рабочая? Да, существует и работает. Ну все, хорошо. Можно нам, пожалуйста,